Кто эти таинственные существа? Боги, ангелы, пришельцы или обычные люди, наделенные нечеловеческими знаниями и мудростью? Нельзя сказать наверняка. Месопотамия — это цивилизация с богатой и многогранной культурой. Историки уже многие века бьются над ее тайнами. Начиная с эпоса Гильгамеша и заканчивая многочисленными упоминаниями в других культурах, тайна Анунаки постепенно раскрывается. Западным народам чужды их образы. На протяжении многих веков их называли богами и ангелами. В наше время они представляются многим пришельцами, прибывающими на Землю с великим знанием. Их истинные происхождения и предназначения оказываются еще более удивительными и невероятными, чем предполагалось ранее. Вы станете свидетелями демистификации священных таинств далекого прошлого. Вы увидите Анунаки такими, какие они были. При этом мы раскроем многие другие тайны. Все загадки от Эдемского сада до Великого потопа, от библейского бога до тайн Еноха будут разгаданы. На самом деле Анунаки — это группа древних месопотамских божеств. Упоминания о них содержатся в шумерской, аккадской, вавилонской и ассирийской культурах. Сведения об их точном количестве, изображении и предназначении противоречат друг другу. В древних шумерских текстах сказано, что Анунаки были самыми могущественными богами в многочисленном пантеоне и были посланы нам Аном, величайшим из богов. Позже они стали семью судьями, восседающими на троне в загробном мире. Этот образ закрепился за ними на долгое время и был упомянут в эпосе о Гильгамеше. В древних вавилонских текстах они правили не на небесах, а в загробном мире. Их имя означает «потомки Анну» или «Анна», «владыки неба и царя». Самым главным и, вероятно, самым известным божеством Анунаки был Энлиль, который разрубил небо и землю надвое. Ану забрал себе небеса, а землю отдал Энлилю и Ки. Ки является шумерской интерпретацией богини-матери, существующей во многих культурах мира. Материальных свидетельств поклонения Анунаки не так много. Большая часть знаний о них получена из текстов. Это говорит о том, что каждому Анунаки поклонялись отдельно в разных культах. Именно поэтому не было обнаружено свидетельств о них, как о группе, как и их совместного изображения. В связи с этим отправления культа Анунаки крайне редки. Первое упоминание о них можно обнаружить при правлении Гудира из третьей династии Ура. Этим именем называли самых главных божеств шумерского пантеона, потомков Анна. Трудно определить, какие именно божества входили в группу божеств, называемых Анунаки. До наших дней не дошло ни одного полного списка. В одном из текстов упоминается около 50 божеств, связанных с древним городом Эриду. И тем не менее, когда мы читаем о нисхождении Иннанны в Нижний мир, мы находим лишь 7 судей. Именно они приговаривают ее к смерти.
Существует группа божеств, известных под именем Игиди, которых иногда путают с Анунанки. Однако в эпосе Ира они представлены как две разные группы. В одном из мифов о потопе Игиги представляются шестым поколением богов на службе у Анунанки. Однако спустя 40 дней они восстали против своих хозяев. Поэтому Энки, один из божеств Анунанки, заменил их людьми. Сходство с библейским потопом в книге чисел просто поразительно. Очевидно, месопотамские мифы оказали сильное влияние или даже стали основой библейского Ветхого Завета. В вавилонском мифе о сотворении мира Энума, Элиш, бог Мардук разделил Анунанки и дал им предназначение. «300 на небесах и 300 на земле». В благодарность Анунанки построили храмы Сагила, как обитель для Мардука, Энлиля и Эа. Закончив, они построили храмы и для себя. В более поздних ассирийских текстах они являлись потомками брата и сестры Анну и Ки, и детьми богов небесных полюсов, чье наследие уходит корнями к первым богам Тиамат и Абзу. Этим объясняется использование их имен в качестве названия для космических тел, звезд, что сияют на небе. Это все, что нам известно об Анунанке. Теперь нам нужно копнуть глубже, а для этого нам надо проникнуть в их мир. Появившиеся из ниоткуда, по меньшей мере в 5000-летии до нашей эры, самая ранняя известная цивилизация шумеров в Месопотамии изначально не являлась семитской культурой. К 3000-летию до нашей эры, благодаря сложному орошаемому земледелию, Шумер стал процветающим государством и обрел значительное политическое влияние путем развития таких многочисленных городов-государств, как Ук, Урук, Эреду, Лагаш и Киш. Считается, что шумеры изобрели клинопись и, намного опередив свою эпоху, обладали передовыми знаниями в музыке, поэзии, искусстве, математике, астрономии и физике. Для древних шумеров музыка являлась средством познания космоса. Позже шумеры были завоеваны своими давними врагами, аккадцами и царем Саргоном I. Аккадцы являлись семитским народом со столицей в городе Аккад. После
После второго тысячелетия до нашей эры шумеро-аккадское государство пришло в упадок и позже было захвачено расширяющимися империями Вавилонии и Ассирии. В шумерском мифе о сотворении мира ангелы, которых назвали Анунай и Анунанки, великими сынами Ану, были создателями их культуры. Названия ангелы Анунай и Анунанким имеют много общего. Все они указывают на древних предков, которые открыли тайны всему остальному миру. Примечательно, что слово «Анунанки» фонетически близко слову «Анаким» на иврите, которое обозначает расу гигантов, которая появляется в истории позже, и слово «Ангеркок», служащему для обозначения шамана от Гренландии до Аляски. Их называли «излучающий свет». Самые ранние упоминания об излучающих свет можно найти в четырех главных источниках. Прежде всего, на шумерской табличке, где их называют Анунай. Во-вторых, в книге Еноха, где их называют ангелами-наблюдателями и нефилимами. В-третьих, в книге Юбилеев и, наконец, в библейской книге Бытия, где их называют Элохимами. С шумерского «эл» часто переводится как «бог», но слово «элохим» в женском роде является множественным числом слова «эл». В Бытие фразы «а элохимы» также используются в значении «элохимы». Означает яркость и сияние. Более того, семитское слово «эл» встречается во многих древних языках. Например, в древнеанглийском языке «эльф» обозначает сияющее существо, поэтому «эл» следует переводить не как «бог», а как «излучающий свет», словно «а элохим» имеет множественное число. Его следует понимать как «излучающих свет». Видим, что это самое часто встречающееся в Ветхом Завете наименование Бога, и кроме того, всех остальных богов, потому что писцы в то время еще признавали других богов. Слово «суммер» или «шумер» буквально означает «земля наблюдателей». Это не что иное, как древняя библейская земля Шинар, что удивительным образом обозначает место излучающих свет. Излучающие свет упоминаются в Библии. Они были там с тех пор, как сами вписали себя в нее. Элохим часто ошибочно переводят как «владыка», но если вы прочтете Библию, заменив при этом «владыка» на «излучающих свет», не забыв при этом дополнительные слова, вы увидите огромную разницу и прочтете так, как должны были изначально.
Теперь мы понимаем, что во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6, говорится о сияющем свете знаний. Владыка Бог в Библии — это свет, который породил Божью искру Иисуса. Такое прочтение дает глобальное понимание того, что Бог был основой озарения, огня, солнца, света и света разума, источником интеллекта как такового. Ану или Ан был главным богом неба и солнца. Его имя означает «излучающий свет». Следовательно, Анунай означает «сыны излучающих свет» или «сыны света». В Ирландии словом, обозначающим сияние, является «эйн». Здесь может существовать связь с пленением Туатададанан, излучающим свет в ирландской мифологии, и змеиным культом, который святой Патрик изгнал с изумрудного острова. В Японии также существует полукочевой народ, называемый Айну. Айну выглядят как европеоиды. У них круглая голова, белая кожа, волнистые густые волосы и голубые глаза. Считается, что айну проживали на многих японских островах, в частности в Окинаве, более 7000 лет. Также считается, что язык айну похож на язык басков, живущих в Пиренеях, горной системе, разделяющей Францию и Испанию. Примечательно, что в этих регионах проживания айну было найдено большее количество каменных кругов с тонким вертикальным камнем в центре, похожим на те, что были найдены на Британских островах и в других точках мира. Анунанки, или излучающие свет, являлись культурно и технически развитым народом. Проживали в горочной долине на Ближнем Востоке около 820 года до нашей эры, и главным образом известны созданием агрокультурного центра, который сегодня известен нам как Эдемский сад, где они обучали местные племена. Их называли сияющими ликами владык земледелия, приближенными к богам. У Ану и его жены Анту было два сына. Энлиль был богом грома, управляющим воздухом и атмосферой, а Энки — богом воды. Энки также являлся мудрым учителем, известным под именем Ир или Оанес, который управлял рыбами, вышедшими из моря, или даже пришедшими из-за моря. Энки описывали как козла с рыбьим хвостом. Это стало знаком Козерога. Супруга Энки или Ира была Нимке или Дамкина, а их детьми были Мардук и Ньяч. Энлиль, также известный под именем Бел и Баб, покровительствовал городу Нипппур, а позже управлял им от имени Анну. Нимил или Нинхурсак управляла землей.
Первые шумеры постоянно называли себя кормящимися молоком Нинхурсаг, великой матери и богини Луны. Ассирийцы знали ее под именем Атаргатис, русалка. Сыном Инлиля и Нинхмах был бог войны Нинурта, также известный как Нимрод. И наряду с Гором и Осирисом он отождествлялся со созвездием Ориона. Также нам известна Онани, богиня Луны, и Уту, боги Солнца. Его также называют Огмаш и Шамаш. Именно Шамаш позже дал 29 знаков царю Хаммураппи. Инанна или Иштар ассоциируется с Венерой, символом которой является пентаграмма. Существующие тексты о шумерских божествах сильно расходятся. На самом деле они менялись с течением времени, теряя свой исторический характер по мере развития сюжета. И все дальше уходили от своих истоков. Пытаться внести ясность в шумерские и месопотамские мифы все равно, что пытаться выучить китайский задом наперед. Однако, благодаря именам, которые мы назвали, среди которых, например, Энки, отождествляемые с Иром и Ананасом, мы находим связь между Анунахи и рыбами, которые вышли на берег в Шумере из Красного моря и Персидского залива в далекой, далекой древности. Мы обнаружили, что это один и тот же народ, и что рыбы — это и есть излучающие свет Анунаки, шумерские боги и библейские элохимы. Тогда мы находим связь между рыбами и богами Нита, Шемсугор и Аку, которые, согласно сказаниям, пришли в Египет из подводного острова. Мы также должны упомянуть индийских наага, змееподобных божеств, пришедших из потерянного острова. Вывод, что излучающие свет Шумера, Египта и Индии были пришельцами из потерянной или разрушенной земли. Эти взаимосвязи дают нам возможность сопоставить вместе их истории и глубже заглянуть в прошлое, сведения о котором были потеряны или намеренно скрыты от нас. Мы
мы видим, что излучающие свет, которым позже поклонились как шумерскому пантеону богов и богинь, на самом деле были правящей семьей или кланом, передающим власть по наследству. Ану, как главный владыка, стал единым богом, отцом. Его изображение было найдено в городе Урук и датируется 3000 летием до нашей эры. Родословно этих божеств запутано между сестрами, женами и матерями, отцами, братьями и сыновьями, что вносит путаницу и вводит в замешательство. С учетом разницы в несколько тысяч лет между созданием этих текстов и реального существования этих необычных народов и верований, это неудивительно. Очевидно лишь то, что некоторые божества всегда стоят особняком. А именно Ану, Энлиль, Энки, Нинхурсак, Инанна и Утушамаш. А форма и структура этих богов распространялась по египетскому, греческому и римскому пантеону веками, если не тысячелетиями. В этом случае неудивительно, что наблюдающие войны, излучающие свет, в мифах никогда не вступают в схватку с богами Греции, Египта и Рима, не говоря уже о богах остального мира. Так как неудивительно, что падшие мятежники Нефлим или наблюдатели сражаются со своей же правящей семьей, излучающих свет в Библии. Также следует упомянуть интересную деталь. Так же, как древнеегипетский бог Осирис, Энлиль изображался в виде быка, и так же, как его брат Сет, Энки, храм которого называется Апсу или Бесна, изображается в виде змей. Это примечательно потому, что тогда атланты должны были поклониться быку. Это поразительное совпадение, учитывая связь этих божеств с библейским потопом. Считается, что Энлиль, являвшийся предводителем излучающих свет, жил тысячи лет. Но те, кто использует это как доказательство нечеловеческого или даже внеземного и потустороннего происхождения, забывают, что Энлиль использовалась для обозначения предводителя и передавалась так же, как титул царя или фараона. Это также название для солнца, которое должно представляться вечным. Действие части шумерского мифа о сотворении мира происходит в Карсаке, где встречаются небо и земля, куда прибывают божества, великие сыны Анну, мудрецы. Аннунаки прибыли из другой земли или из-за моря. Они принесли с собой новое знание, недоступное предыдущим обитателям. В
Считается, что человечество всему научилось у излучающих свет, которые установили порядок. Мы можем задаться вопросом, почему они хотели привести все к порядку. Вероятно, это как-то связано с последствиями хаоса от глобальной катастрофы, которая, согласно поверьям, уничтожила их собственный дом. Так, мифы о потопе встречаются по всему миру. В известных списках шумерских царей сказано, что анунаки правили в Шумере как до, так и после потопа. После потопа они поставили царей на трон, чтобы те правили землей вместо них. Однако, если верить сведениям о рыбах, изначально излучающие свет вышли на берег из своей затопленной земли после подобной катастрофы, случившейся ранее потопа из Библии и других источников. Может ли быть так, что на самом деле великий всемирный потоп является пересказом более раннего затопления, и ученые просто рассматривают не тот период? Вполне возможно, что излучающие свет знали, когда случится катастрофа, и предсказали потоп, а затем появился Ной, чтобы подготовить людей к этому событию. Эта теория подтверждается информацией, зашифрованной в разных источниках, что ведет нас к символу змей Уроборос и его более глубокому смыслу. Опять же, у этих людей было более глубокое понимание циклов, в частности, понимание того, что каждые 26 тысяч лет точки равноденствия возвращаются на прежние места. Считалось, что эти повторяющиеся катастрофы были связаны с началом и концом цикла равноденствия, связаны с тем самым событием, которое вызвало смещение впервые. Это не доказывает, что ось Земли когда-то была вертикальной. Однако означает, что когда-то древние люди в это верили, что свидетельствует об их невероятных познаниях космоса и места Земли в нем. Это свидетельствует о том, что центр эклектических координат был обителью бога Солнца, которую называли Ану, так же как око Ра у древних египтян. Кроме того, древние астрономы, излучающие свет, должны были верить, что цикл равноденствия с собственным жизненным циклом Земли или циклом реинкарнации, и что вертикальная ось Земли обеспечит ей более гармоничное существование. Больше не будет катастроф, рождения, смерти, цикла перерождений. Другими словами, Земля похожа на просветленного человека, желающего выбраться из цикла перерождений. А для этого все циклы должны находиться в идеальной позиции и в идеальном духовном состоянии.
Мы также обнаружили, что этих людей называли Игиги. Это название после потопа использовалось для обозначения царя. В одних текстах Игиги состоят на службе у Анунанки, а в других они равны и ставятся в один ряд друг с другом. В эпосе об Анзу Игиги имеют превосходство, потому что находятся в Абсу или на глубине. Это напоминает нам об индийских поверьях о нагах, зверообразных божествах, которые проживают под землей, но от этого не менее свято почитаемы. В шумерских источниках Нилил или Нинкарсак, хозяйка Карсака, и жена предводителя Энлиля, просит суд семи создать ей Эден. Это тот же самый Эдем из библейского мифа и те же семь судей, что и семь архангелов или посланников из Библии, которые спустились с небес, гор или из космоса. В шумерском Эдем означает «обитель праведных». Древо жизни и древо познания, стоящие в этом Эденском саду, хранят секреты, излучающих свет. Секреты, которые останутся с ними тысячи лет и откроются только величайшему шаману, последователю, жрецу, аватару или пророку. В своих трансах, похожих на сон, шаманы видели и чувствовали деревья, которые забирали их на небеса, и которые затем становились древами жизни в системе Каббала, в иудаизме. С учетом семи уровней чакры человеческого позвоночника и процессов, участвующих в получении знаний, шумеры строили свои башни или зиккураты, состоящие из семи уровней, чтобы быть ближе к небесам, быть как горы, и соединить их с землей, как лестницу из сна Иакова. Считается, что эти излучающие свет божества на вершине зиккурата или пирамиды Великого Дома. Теперь мы знаем, какое символическое значение несет лестница и эти храмы. Была ли лестница и лестница Иакова, похожей конструкцией где-то на Ближнем Востоке? Иаков на самом деле является отцом 12 племен, соответственно, отцом зодиака. Рувим, старший сын Иакова, был водолеем. По этой причине он был бушевал, как вода. Симеон и Левий были братьями и, соответственно, близнецами. Иуда был львом, Завулон – весами, кораблем. Гад был рыбой и является противоположностью змееподобного бога Дага, связанного с богами Диагоном, Ананасом, Эа и Хенки. Дан принадлежал к племени змей и был змеем на дороге. Он выпадает на день зимнего солнцестояния, следовательно, он Козерог. Так же, как и Даниил, излучающий свет змееподобный Козерог, пересекающий небеса.
мы видим, что большинство этих мифов и историй — это просто переосмысление астрологических идей, связанных с зодиаком и циклом равноденствия, которые можно использовать в качестве средства поиска похожих периодов в истории. Цикл равноденствия тесно связан с нашим собственным жизненным циклом. Многие из этих эпитетов, которыми описывали выдуманных или реально существовавших исторических личностей, действительно являются частью кода. Из этого следует, что правители и их духовенство, которые были очень набожны и богоподобны, а также обладали знаниями в астрономии, были связаны с церковью излучающих свет и даже получали свои знания и власть от излучающих свет. Они связывали излучающих свет с солнцем и небесными телами, которые изучали. Семь излучающих свет или семь мудрецов разных культур позже стали богами в человеческом обличии. И только после смерти могли вновь соединиться с Богом, Отцом. Это главным образом христианский миф. Это небесные тела, написанные в человеческом обличии, пантеон семи богов, соответствующих семи планетам на небесах. Фраза «Где встречаются небеса и земля» обозначает священные горы, что дает нам зацепку о том, что это за место и регион с высокими горами, например, Тибет, или даже Месопотамия со своими зиккуратами и Эль-Гиза с пирамидами. Так как эти храмовые сооружения основаны на Шаманской горе. Мы видим, что многие детали сюжетов об излучающих свет в действительности основаны на астрологии, которую они понимали и шифровали в мифы и сюжеты, чтобы сохранить свои знания, передать их тем, кто сможет их понять. Также добавляли в эти сюжеты информацию, которая их запутывала. Миф об Анунанке таким образом не принадлежит только району Месопотамии, а является единой небесной системой. Именно поэтому сходство можно найти в древних культурах по всему миру. О библейском потопе совпадает с мифом в шумерском эпосе о Гильгамеше и заканчивается Вавилонской башней, которая существовала в империи шумеров. Это говорит о том, что тайные знания излучающих свет оказались в Вавилоне, а затем распространились дальше. In
поисках излучающих свет мы вышли на многие группы, культы и верования. В древнем Шумере мы обнаружили эгрегоров, или наблюдателей, которые считались ангелами библейского бога. Их многочисленные характеристики также говорят, что они были излучающими свет. Енох написал о них, а точнее от их лица свою книгу, которая позже была запрещена. В Библии и книге Еноха эти излучающие свет именуются ангелами, архангелами и херувимами. Несмотря на то, что это апокрифическая литература из Библии, мы узнаем, что ангелы выглядели как обычные земные люди. В Библии не говорится, что у ангелов были крылья. В первоначальных историях они не были сверхъестественными существами. Более того, они были самыми обыкновенными. Ангел Гавриил, чье имя означает «помощник Бога», всегда сообщал людям о скором рождении Бога. Возможно, он был шаманом или доктором. Михаил является воином и защитником, вооруженным мечом. У каждого из них было свое особое предназначение, земное предназначение. Они были людьми с предназначением ангелов, являлись гонцами или посланниками Бога, как первые шаманы. Слово «херувим» означает «изгнанник», что может указывать на происхождение ангелов. Возможно, они были изгнаны за непослушание из Эдена, где раньше они были наблюдателями или хранителями сада. Бытие, глава 4, стих 16, гласит, что земля Нод является символом израильтян, поскольку Нод означает «странник». На основе этого можно предположить, что духовенство тоже были странниками. Другим примером символического имени является имя Еноха, которое означает «освященный». Когда у Каина и его жены родился Енох, и они назвали город его именем, народ Каина стал освященным перед лицом Бога. Енох, освященный, затем запишет историю о своих павших странниках, которые станут известны всему миру как излучающие свет, которые обучали людей, построили самые таинственные памятники древности. Конечно, не стоит забывать о серафимах, упомянутых в книге чисел, глава 21, стих 6 и других источниках. Они не являются мистическими существами, у них есть руки, лица, ноги. Но у них есть сила от Бога, потому что они освящены. У них есть символические крылья первых шаманов, возможность летать на высоте птичьего полета во сне во время транса. Это имя означает «излучающий свет» или «пламенный змей». Это существа, освещенные силами змей.
мистической иудейской литературе сказано, что ангелы могут летать, предсказывать будущее, менять обличие, говорить на иврите и излучать божественный яркий свет. В Ветхом Завете Бога сложно отличить от ангела и посланника, известного под именем Иегова. Он выглядит и действует так же, как его ипостась. В этом нет отличий вавилонских, египетских и шаманских верований. В Новом Завете ангелы участвуют в суде в конце времен. С другой стороны, они также могли испытать просветление, а потом быть изгнанными с небес. Известно, что нефилимы или наблюдатели начали смешиваться с людьми. Эти ангелы, по всей вероятности, были воинами, излучающих свет, и изначально были назначены охранять Эдемский сад. Случилось после того, как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их, и сказали друг другу: «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей». И семья Иза, начальник их, сказал им: «Я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело, и тогда я один должен буду искупать этот великий грех». Тогда все они ответили ему и сказали: «Мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение». Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятиями. Было же их всего 200. В результате этого союза родилась новая раса, раса исполинов, как ее называли. И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними. И научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезывание корней и деревьев. И зачали и родили великих исполинов, рост которых был в 3000 локтей. Они поели все приобретения людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они грешили с птицами и зверями, и с тем, что движется, и с рыбами, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых. Тогда взглянули Михаил, Гавриил, Сурьян и Урьян с неба и увидели много крови, которая текла на земле, и всю неправду, которая совершалась на земле. Мятежники передали им свои знания и научили их сражаться и изготавливать оружие. А Азазел научил людей делать мечи и ножи, и щиты, и панцири. И научил их видеть, что было позади них, и научил их искусствам, запястьям и предметам украшения, и употреблению белил и румян, и украшению бровей, и украшению драгоценнейших камней и всяких цветных материй и металлов земли. И явилось великое нечестие и много непотребств. И люди согрешили, и все пути их развратились.
Амезарак научил всяким заклинаниям и срезыванию корней, Армарос — расторжению заклятий, Баракал — наблюдению над звездами, Какабел — знамением, Иезекииль — знанием об облаках, Аркииль — знаком земли, Шамсиил — знаком солнца, и Сараал научил движению луны. И когда люди погибали, они возопили, и голос их проник к небу. Это было нарушением свода законов, установленных излучающими свет, которые являлись обладателями этих знаний. Так посмотри же, что сделал Азазел, как он научил на земле всякому нечестию и открыл небесные тайны мира. И заклинание открыл Симьяза, которому ты дал власть быть вождем его сообщников. И пришли они друг с другом к дочерям человеческим, переспали с ними, с этими женами, и осквернились, и открыли им эти грехи. Жены же родили исполинов. И через это вся земля наполнилась кровью и нечестием. Писец, обученный излучающими свет, был назначен посланником или посредником между излучающими свет и падшими, которые решили отказаться быть богами и жить среди человеческого племени. Енох был послан, чтобы рассказать мятежникам о суровом наказании, которое их ждет. Если кратко, этим наказанием был потоп. Так излучающие свет хотели смыть грехи с земли, которые были сотворены их собственными детьми, падшими. В Библии говорится, что Бог, или точнее боги Элохимы, говорили с Ноем, рассказав ему, что лето и зимы будут более суровыми после потопа. Это подтверждается и, в свою очередь, подтверждает достоверность книги Еноха, в которой говорится, что «тогда Ной увидел затопленную землю и надвигающуюся катастрофу, и сказал, скажи мне, что это такое происходит на земле, что земля так ослабела и поколебалась?» В Библии короля Якова мы находим следующее. «Вот Господь опустошает землю, делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. Шатается земля, как пьяный». В Псалме 68, стих 8 написано, что земля пошатнулась. Упали небеса от присутствия Господа, и даже Синай был сдвинут присутствием Господа. Упавшее небо означает, что наблюдающие это явление в районе Синай видели, как земля под их ногами двигалась вперед-назад. В книге своей, книге Тимей и Критий, Платон описывает ужасную катастрофу, при которой земля двигалась вперед-назад, вправо-влево, снова вперед-назад, во всех шести направлениях.
Полагают многие исследователи и ученые, библейский Бог и ангелы были шумерскими Анну, его сыновьями и их окружением, Анунаки, и излучающими свет, которые прибыли в Месопотамию и создали там Эдемский сад. Теперь мы должны сделать вывод. Когда мы поставили перед собой задачу изучить Анунанки, мы нашли сложные и запутанные сборники сказок, в которых было мало смысла. Постепенно мы раскрывали имена и места, и эти мифы оказались очень простыми. Много тысяч лет назад случилась катастрофа, и мудрый народ, обладающий огромными знаниями, бежал. Они остановились где-то в Месопотамии, где встретили менее развитый народ. Возникла новая цивилизация, поскольку новые люди обучили их строительству, математике, астрономии, сельскому хозяйству и многому другому. Их мудрость была настолько велика, что следующие поколения называли их богами и ангелами. Они происходили от излучающего свет небесного воинства, но появилось разделение, когда две культуры смешали свою чистую кровь. Согрешившие наблюдатели и разгневанные излучающие свет. Это просто сказка, которая за долгие века сильно усложнилась. В наши дни представления о них становятся запутанными еще сильнее из-за предписываемого Анунанки внеземного происхождения. Однако нужда в таких фантазиях отсутствует. Нужно лишь понять время, культуру, систему верований и образ мысли наших очень человечных предков.